Друзья, всем привет! Сегодня пройдем два тестнета, сделаем это максимально грамотно, качественно и быстро. И также расскажу пошагово, как выполнить абсолютно все задания. Посмотри это видео до конца, обязательно выполните тестнеты, чтобы не ловить ФОМО. Погнали! Ну и конечно, друзья, чтобы не забыть, обязательно переходите в наш Телеграм, подписывайтесь, различные новостные рассылки, аирдропы, раздачи, все, что нужно любому крутану, абсолютно здесь есть, поэтому подписывайтесь. Ну а первый тестнет, который мы будем проходить, называется Маза с коллаборацией с Base. Что такое Маза? Маза — это протокол, который создает новый NFT токен под названием Soulbound. Это именно такой NFT, который нельзя передать, нельзя продать, он просто как ваш идентификатор, то есть, грубо говоря, ваш паспорт, подтверждающий что-либо. На самом деле, мне кажется, что это новая эра NFT, и скоро будет очень много проектов взаимодействовать с такими Soulbound токенами. И вот Маза — это первый, так как они сделали коллаборацию с Base. И также помимо этого токена Soulbound мы получим домен Base. Самое первое, что нужно сделать, это получить тестовые токены в сети Girl. Для этого мы переходим в наш MetaMask, копируем наш адрес и вот сюда вот вставляем. Все ссылочки будут в описании, на тестовый экран и так далее. Нажимаем «Я не робот». Данный тестнет я уже сделал, вот мой домен. Скоро вот здесь coming soon, то есть награды скоро будут. Какие будут награды, что пока неизвестно, пока что просто делаем наш домен. После этого мы переходим на Base, bridgebase.org. Здесь мы должны сети Girl отправить на Base Girl любое количество эфириума, сколько у вас есть. Я уже это делал, но просто вам покажу, к примеру, 001, и нажимаете депозит. После этого транзакция отправляется. После этого мы переходим уже на basecamp.global, опять же ссылочки будут, и здесь нам нужно снова поменять сеть. У меня тут готово, у вас появится вкладочка и будет написано JetStarter, вот ее и нажимайте. В данном окошечке после этого мы вводим определенный домен, лучше вводить какой-то популярный, если не получается уже на ваш выбор. Здесь мы выбираем, сколько будет длительность нашего домена, то есть 1, 2, 3 года. И тут, в принципе, за эфириум мы нажимаем регистрируй домен. Далее у вас появится вот такое окошечко, нужно будет сделать твит. Я не знаю, важно это или нет, но я на всякий случай сделал. Опять же, если все сделали верно, как я сейчас описывал, у вас появится ваш домен, здесь награды, здесь, в принципе, можно создать еще один. И как вы заметили, данная активность не занимает много времени. После этого вы делаете скрин вот этого окна и переходите в Discord. И в Discord, вот в этой вкладочке .base, обязательно переходите в эту ветку, сделайте скрин и ваш домен вводите. После этого нажимаете Enter, и вы подтвердили наш тестнет. Каких-то конкретных наград мы не слышали от проекта, но на всякий случай сделайте. И второй тестнет, который мы пройдем, это DEX-платформа EchoDEX на блокчейне Linea. Также проект находится на ранней стадии. И для начала нам нужно добавить тестовую сеть в наш MetaMask. Для этого мы переходим в chainlist.org и добавляем также нашу сеть Linea. То есть вот она, наша сеть. Нажимаем «Подключаем кошелек», нажимаем «Add to MetaMask». И тут сверху мы подключаем наш кошелек. Второй пункт, нам нужно авторизоваться в Твиттере. Это сделано для того, чтобы был учет и не было мультиаккаунтов, хотя они все равно бывают. Нажимаем «Follow». Кстати, я использую VPN, кто с Российской Федерации, называется «Hola», и ставлю «Германию», очень хорошо ловит. Все, здесь авторизовываемся. Далее все просто, нам нужно подписаться также на Discord. Вот здесь вот сразу нам ссылочку выдают. Это пригласительное, на нее нажимаем и подтверждаем, точнее авторизовываемся. Нажимаем присоединиться. Видим, что на ранней стадии всего 37 тысяч участников. Здесь проходим верификацию. Все, после того, как подписались, нажимаем iJohn. Все, это окно закрываем. И здесь получаем бесплатный токен. Нажимаем «Я не робот» и клеймим. Напомню, друзья, вот эти все действия, которые мы сейчас будем делать, обязательно раз в неделю проходите, чтобы компания видела, что вы никакой не бот. Поэтому нажимаем сверху swap кнопку. Опять же, это тестнет, может вот такой белый экран быть, глючить, поэтому перезагружаем просто. Друзья, как вы поняли, swap и pool с компьютерной версии не работает, но это и есть тестнет. Поэтому я перешел в телефонную версию и покажу сейчас вам с нее. В принципе, тут все довольно-таки просто. Мы перешли в телефонную версию MetaMask, обязательно копируем нашу ссылочку и переходим в браузер. Ну, давайте для начала расскажу про swap. Вот внизу видим swap, и нам нужно выбрать эфириум и USDC. Тут мы нажимаем нужное количество, я уже это сделал, эфириум автоматически подтягивается количество в USDC, и нажимаем сначала approve, если будет, а потом swap. И также потом нажимаем на вот эти две стрелочки и меняем местами. То же самое сделаем и с вот этими Ethereum USDT. В общем, все это поюзайте обязательно. После этого переходим во вкладочке Pool и добавляем Pool ликвидности. И после этого жмем Add Liquidity. Тут у нас Ethereum стоит, и ниже нам нужно выбрать любую монету. Ну, к примеру, это EUSDT либо Tether. Вот у нас подтянулось определенное число. После этого нажимаем Supply.
и подтверждаем транзакцию. И вот тут должны появиться наши LP токены. Сейчас посмотрим. Все, в принципе, транзакция обработалась. Видим, что наши LP токены появились. Также можно сделать и второй пул. К примеру, эфириум и простой USDT. И вот во вкладке ликвидность мы видим два наших пула Your Liquidity. Также мы можем вытащить обратно этот пул во вкладочку Remove, если нажимаем. И тут выбираем Amount, то есть количество. К примеру, 100%, пишем Approve. Эти вкладочки обязательно все нажимайте, чтобы видел проект, что вы пользуетесь. И после этого нажимаем Remove. Ну и последнее, что нужно сделать, это заклеймить NFT. С компьютером версии также не получается, пишет поменяйте сеть, хотя все нормально. Я сделал это с телефоном и, в принципе, можете посмотреть и сделать то же самое. Возможно, отлагает все с компьютера, но, опять же, пока с телефона все работает. Друзья, последнее, самое главное, что делаем, это копируем адрес нашего MetaMask, переходим в Discord. Вот здесь дроп your wallet, то есть мы подтверждаем наш кошелек, отправляем его сюда и нажимаем Enter. И testnet proof, здесь нужно сделать 2-3 скрина. Первый скрин, где вы заклеймили NFT, второй все транзакции. И третий это ретвит тестнета в Твиттере. Вот таким вот образом у вас должно быть и отправляете. Друзья, обязательно следите за моим телеграм-каналом, буду добавлять различные задания по тестнетам, также есть там список всех тестнетов, которые мы проходим. Делитесь этим видео, ставьте лайки, буду очень признателен. Всем пока.